Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня мы играем в криминалочку сегодня на ролеплей Центральный округ. Манитесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить мне по регистрации. Итак, сегодня у нас будет новая серичка, пацаны, посвящена казино. Я недавно ходил в казино, где-то, может, неделю назад, может, больше. И там поднялся, в принципе, да, поднял там 600 тысяч или 500, я не помню. Сейчас же у меня есть 3 миллиона 200 тысяч, и я хотел бы подняться, ну, 5 миллионов, чтобы у меня кейсик появился. Поэтому сейчас направимся в казино. С вас обязательно лайки, ну и не забывайте подписываться на канал. Все, погнали. Так, вот я уже в казино, в принципе, здесь есть люди. Давайте, я думаю, давайте сразу лям обменяем. Конечно, не хочется все деньги просрать. Ну да ладно, в принципе, я думаю, нам этого хватит. Пока 10 тысяч фишек, это вполне себе нормально. Сейчас попробуем поиграть с кем-то. Так, посмотреть заявки. Нет вообще заявок, людей сейчас мало, онлайн сейчас почти 200 человек, ну 170, короче. Поэтому особо ни с кем не поиграешь, я так понял. Так, играю на 5000, в принципе, 2-2 выпало, 6-2. Я победил? Да, я победил, пацаны, я 5000 фишек выиграл. Заебись. Так, давайте на 1500 сыграем еще фишек. 3-3, у меня 1,5 выпало, и я победил или нет? Ничья, ну ладно. Просто не купает. А, там же пишется, ладно, я тупанул. Так, еще раз на 1500 давайте. Так, у него 3-6 выпало, у меня 2-1. Ну, я проебал, да. Ладно, будем играть пожестче. Так, давайте на 500 сыграем, в принципе. Так, для разогрева 3-3, у меня 1,5. Ничья, окей, все. Так, идем дальше. Я думаю, блин, мы поднимемся. Я надеюсь на это. Я пока что в плюсе, вроде бы как. Но все же, не хотелось бы все просрать, так сказать. Так, снова игра на 5000, в принципе. А не, на 15000, да? Блядь, это жестко, конечно. 3,5, 6,5, 2,5. Я победил? Твою дивизию я победил, пацаны. Да ну нахер, стоп. Я победил? Серьезно, я поднялся? Так, стоп. 23000, заебись. Я думаю, можно, пацаны, уходить. Главное вовремя съебаться. Это самый главный закон. Главное вовремя съебаться просто. Так, забираем фишки. Так, и по 3000 забираем еще. Бля, нормально, у меня почти 5 лямов, пацаны. Вот это я понимаю, пацан поднял. Просто. Бля, вообще заебись. Я думал, мы не поднимем. Серьезно. Я реально думал, что мы не поднимем. Так, 87 фишек. Все, пацаны, 4-6. Почти 5 лямов поднял. Я думаю, это нормально, пацаны. Можно уходить спокойно. Со спокойной душой просто можно уходить с этого казино. На своем мустанке уезжать. Бля, заебись. Реально, что-то мне в последнее время в казике везет. Понимаете, это реально очень круто. Это реально очень круто. Я даже дачку не закрыл. Вот это я молодец. Но я ключи утягивал, поэтому ничего страшного. Блин, надо будет, наверное, в следующей серии какую-то машинку себе новую купить, пацаны. Поехали сейчас на бурынок, чек. Может, там что-то интересное есть. Может быть, прям сейчас я обменяюсь кем-то на машинами, либо эту продам и куплю что-то другое. Так, я в принципе приехал, но здесь ничего такого особого нету для меня даже интересного. Ягуар не интересен, Лексус нет, Ренашка тоже, в принципе. Бугатти у меня есть, как бы здесь две Бугатти одинаково красных. СРТ тоже не ходится, Тигр был. Ну, реально, ничего нету, в принципе, годного. Мне интересен только вот этот Мерседес, но, скорее всего, он дорогой. Как бы по-любому он стоит приличных денег, поэтому мне на него точно не хватит. Наверное, будем заканчивать, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.